Конкурс «Мисс Снегурочка» молодежная организация ВСМХО устроила впервые. 9 девушек решились показать свои творческие способности, выступив в роли снежных красавиц. Отборочный этап состоял из нескольких заданий. Девчата представляли визитную карточку, рассказ о себе, дефилировали на сцене как настоящие модели и танцевали под зажигательные и романтичные мелодии. Одним из самых веселых стало задание «Ситуация-вопрос». Участницы конкурса «Молодости и красоты» должны были найти нестандартный выход из предновогодней ситуации, представив себя в сказочной роли внучки Деда Мороза. Например, сообразить, как выкрутиться, если пропал костюм Снегурочки, убедить ребенка не есть сосульки, потушить елку, помочь Деду Морозу преодолеть трудную жизненную ситуацию или убедить присутствующих, что дедушка настоящий. Засунуть Деда Мороза в холодильник. Пусть едет домой. Креативность и творчество девчат оценивали мужчины. 7 молодцев, молодежных лидеров цехов корпорации. Во-первых, очень красиво все было. Во-вторых, все девушки довольно-таки харизматичные, то есть заставили поулыбаться и посмеяться. В принципе, все понравилось, то есть все замечательно. Хорошее мероприятие. Претендентки на звание «Мисс Снегурочка» успешно преодолели испытания с морозцем и показали себя во всей красе. Я ждала, честно говоря, этого конкурса. Хотелось поучаствовать в каком-то именно... Ну, это все равно конкурс красоты, по идее. Все равно Снегурочка должна быть красивой. Я хочу побыть в сказке, почувствовать это на себе и подарить эту сказку другим людям. Ну, собственно, детям, которые наверняка будут присутствовать в зрительском зале. Меня на этот конкурс позвал наш молодежный лидер, и я решила выйти из своей зоны комфорта и поучаствовать в этом конкурсе, так как каждый год практически в цехе работаю с Снегурочкой. Вот. Если бы я выиграла в этом конкурсе, я бы, наверное, доказала самой себе, что я действительно настоящая Снегурочка, вдохновилась бы еще больше, наверное, была бы счастливым человеком на свете. На этом кастинг «Снегурочек» завершился. Финальная часть конкурса пройдет 9 декабря. До этого времени жюри предстоит назвать имена 8 из 12 участниц, которые перейдут во второй тур конкурса и будут мастерить новогодние сувениры, а затем вновь представят свои таланты на большой сцене.